Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Хочу вам показать, снять очень красивое видео в закатном солнце. Мы сейчас в волне летаем. Я сейчас немножечко опускаюсь на воздушных тормозах, чтобы показать, как красиво можно поснимать собственное гало в отражении на облаках. Посмотрите, как это выглядит. Оп. Опа! Понеслась. Солнце уже заходит. Вот у нас склон, который дает волну. И мы сейчас вдоль этого склончика погоняем. Вниз по течению. Смотрите, как это будет. Вот, сейчас смотрим. У нас сейчас появится на облаке такое гало. Вон оно. Смотрите, вон оно, видите? Опа! Вот оно как выглядит. Оп, и теперь мне надо развернуться. Иначе меня сейчас бросит с этой волны. И это будет уже... Эй-гей-гей-гей-гей! Вот, я специально немножко в зону минусов забрался, чтобы снизиться. Вот, главное снизиться избыточно. Вот как мы идем вперед. Вот впереди как раз зона, где подъем. Тоже хорошее солнечное освещение. Вот сейчас вы еще раз увидите гало. Та-та, вот оно. Появилось, смотрите. Та-та-р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 а-та
Юху-юху-юху! Так, ну сейчас, кстати, вверх бы хорошо бы уже. Оп! Сейчас будем выходить, чтобы немножечко вверх. А то мы все вниз да вниз. Так можно и всю высоту растерять, которая у нас есть. Вот волна. Вот она, стрелочка легла. Сейчас немножечко высоты наберем. И продолжим. Красота. Миша, ты как? Эй! И коней. Смотрите, как солнце садится. Эй! Вот этот крепчик у нас. На самом деле он... Здесь какая-то волна нестандартная. Обычно она немножко в другом месте. Но сегодня просто получается, что вообще день такой нестандартный. Вот, поэтому мы нашли не в стандартном месте волну. И очень я доволен этим. Давайте еще раз я вам проходик сделаю. И по течению. Эй! Вот она, зажглась гала. Я, кстати, попробую поплотнее к облакам прижаться. Сейчас она будет перескакивать ближе к нам. Смотрите. Опа! Опа! Эй! Бля! Ой, простите, пожалуйста. Это наш девиз вообще-то. Даже в видео мы решили давать его как этот самый, как его, хэштег. Эй! Да, Миша? Эй! Знаете, какие краски сумасшедшие, да? Когда еще в закатном солнце так похулиганишь? Ю-ху! Еще разочек. Сейчас гала загорится, сзади загорелась. За планером я снимаю сзади немножко. Видите, вот она. Вау! Оп, разворот. Что опять? Вот это у нас запасик есть. Вот так вот. Разворачиваемся. Оп. Еще разочек, ну давайте. Ну, галя зажглись. Я немножко сейчас даже захожу. Вот, сейчас появится, смотрите. Оп. Вот в этом вот чуме. А впереди, смотрите, какие облака. Оп. Надо проскочить. Иначе мы сейчас тут отгребем. Ю-ху! Купаем в облаках крылья. Оп. При желании можно набрать здесь сколько угодно высоты сейчас. Я думаю, мы сейчас это сделаем и будем провожать солнце.
снимем вам еще одно видео. Вот, видите, какой устойчивый подъемчик. Тут уже похулиганили. Вот. Все, перехожу на набор. Вот как это выглядит. Магия. Как говорят мои ученики, Волков, все эти рассказы про волну, там, сям, штом, брям, это все ерунда, это все магия. Ну, согласен, магия. Видите, как... Вот, набираем потихонечку. Сейчас поднимемся повыше, сделаем красивые снимки заходящего солнца и домой. Вот с таким коротким приветом из облачной волны наш безумный экипаж. Эй, влезайте! Мы вас этому научим так летать. Это вообще, летать это просто. Что тут? Как это? Наливай, да пей. Миша, что ты скажешь глубоко уважаемым любителям? Эгегей. Эгегей, бля. Да пиз. Все. Ой, вот, полюбуйтесь ее на солнце заходящее. Вот так вот облака вот так все выстелились. Вот такой красивый пейзаж. И вон снизу какие красивые скалы. Тик-т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 ик
Все, всего доброго, до новых встреч. Ривард.